Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Иногда буква «и» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква «к» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Люди с этим именем ненасытны к любой информации и любят справляться с самыми сложными заданиями, особенно в режиме аврала. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. В основном обладатель этого имени – умная, творческая и свободолюбивая личность с аналитическим складом ума и нестандартным способом мышления. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Становясь вспыльчивыми и раздражительными, они часто ставят под удар взаимоотношения с близкими людьми. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.